Здравствуйте, меня зовут Михаил Яцек, я фитнес-тренер. Буквально пару слов о правильном питании. Хотя, конечно, вы давно уверены, что и так все уже знаете о правильном питании, но к концу этого ролика вы поймете, что вы ничего не знаете о правильном питании. Почему я так смело это все утверждаю? Потому что все ваши знания, которые у вас есть о правильном питании, они ограничены кулинарией, химическим составом продуктов, белки, углеводы, витамины, минералы, вы там суточные нормы просчитываете, калории, ты такой просчитал калорийность и думаешь, что ты всемогущ. Но упущено главное, это пищеварение. Если вы не понимаете, как работает пищеварение, не понимаете, как им управлять и поддерживать эффективность работы пищеварения, то все ваши знания, все ваши усилия уходят прямиком в унитаз. Потому что все, что не переварилось, все, что не усвоилось, ушло просто в унитаз. Это примерно как человек, который хочет научиться ездить на машине, будет изучать состав колесной резины, из чего состоит краска, как делаются лобовые стекла, какая там аэродинамика во время поворотов при такой-такой скорости. Но это все бесполезно, вы можете изучать это десятилетиями, это вас не научит ездить. Чтобы научиться ездить, нужно пойти, взять инструктора и начать учиться ездить. Чтобы научиться разжигать огонь, не обязательно изучать до молекулы состав древесины, дуба, там, сосны, березы и таких вот разных дел. Не обязательно изучать, в каких условиях выращивают дуб, в каких условиях выращивают сосну, сколько она растет в такой-то климатической зоне, сколько в такой, какая плотность сосны в Лапландии, какая плотность сосны в субтропиках. Это все совершенно не обязательно. Да, конечно же, вы обогатитесь интеллектом, вы будете таким умным собеседником, особенно для человека, который как бы в теме вообще ноль. Но какова эффективность этих всех знаний для вашего результата? А эффективность нулевая, если вы не знаете базовых фундаментальных принципов. Если вы не владеете ими. Именно для этого я подготовил курс по правильному питанию, который длится 21 день. За 21 день реально освоить основы, принципы правильного питания, научиться управлять своим пищеварением, научиться поддерживать эффективную работу вашего пищеварения, освоить варианты рационов для разной обстановки, потому что если вы думаете, что просмотрев какой-то пост, прочитав какую-то статью с рационом какого-то суперзнаменитого чувака, вы это все скопировали и все, и это идеальный рацион на всю жизнь, то я вас разочарую. Нету единственного правильного рациона, потому что правильное питание — это тема очень-очень многовариантная. В каждом регионе есть своя специфика по продуктам. Каждый человек по-своему усваивает те или иные продукты. Например, китайцы плохо усваивают молоко, мы плохо усваиваем рис и так далее. За 21 день, посвящая обучению 30 минут в сутки, вы научитесь правильно питаться. Суть курса в том, что каждый день вы получаете короткий, содержательный, сжатый видеоурок длительностью до 12 минут, в котором объясняется одна из запланированных тем. Далее вы получаете список практических задач, которые вам необходимо сделать сегодня. О выполнении каждого пункта вам нужно отчитаться. Я буду это все проверять, то есть буквально заглядывать вам в тарелку и смотреть, что не так, какие варианты еще можно попробовать. Когда вы научитесь правильно питаться, желание смотреть все посты, все новинки по этой теме, оно как бы уйдет уже на задний план, и вы сможете тратить время на что-то более интересное для вас. Наверняка в вашей жизни есть люди, которые классно выглядят, у которых все хорошо, и которые вообще не парятся по правильному питанию абсолютно никак. И вы спрашиваете у них, а как так получилось, что ты такой весь красавчик, в такой хорошей форме, ты не набираешь лишний вес, как так получилось? Ты ешь все, что хочешь, и не жиреешь, что произошло? Вы, наверное, думаете, что этим чувакам нереально круто повезло. Ну, и они вам рассказывают что-то вроде, ну, там, я по чуть-чуть ем все, что хочу, там, не переедаю, и все такое. Так вот, фишка в том, что этот человек просто понимает, как управлять своим пищеварением. Да, он может не знать каких-то глубоких, длинных терминов, сложных, но он это понимает интуитивно, как это устроено, как это делать. Так вот, суть этого курса как раз-таки в том, чтобы стать таким человеком, который понимает, что и как нужно делать, чтобы получить нужный результат. Более подробное описание курса на моем сайте по ссылке ниже.